Добрый день, дорогие друзья! Вот и наступила осень поздняя, середина октября, но я все время сохраняю еще могилку Кришны. Посмотрите, ой, вот она серенькая пришла, красавица. Ты ешь, чего ты там, куда ты хочешь? Куда хочет киска серенькая? Куда красавица хочет? Я не могу вас всех взять, понимаете? Не могу, ребята, вы очень хорошие. Но я уеду отсюда, и поэтому извините. Вот она, осень. Здесь мы позакрывали. Как-то одиноко становится, как-то грустно все. Но это осень, и ничего не сделаешь. И киска сидит на крылечке еще одна. Вот это туалет наш. Вот все здесь как бы сделано. Это поздняя осень. Но все равно, вы знаете, вот утром вставать очень тяжело, холодно. А потом постепенно ты начинаешь что-то делать, и становится тепло. Еще капуста стоит у меня тут. Я ее еще не снимала, видите? Вот она, капусточка. Да. Вот домик мы с него сняли уже, картинки. Спрятали их. Здесь оставляем. Да. Еще где-то там солнце какое-то светит. Ой, киска залезла на стол и сидит на столе. Она бы с удовольствием, наверное, пошла жить со мной. Но, к сожалению, я уезжаю скоро в Индию. И я не могу ее взять. Ее может взять только... Посмотрим, что делать. Но я ничего не могу. Кисонька, милая, кто это тут? Кто это тут такой хороший? Кто такой пригожий? Что же мне с тобой делать, кисунечка? Где твой домик? Где ты живешь, родная? Не очень-то она съела даже один пакетик. Вон, давай ешь. Да, вот он холод. Ветер дует уже холодный. Тут у нас еще кукуруза, которая... Тоже надо снимать ее, ничего не дозрело. И только осенние цветы, вот такие прекрасные, под ветром, шевелятся. Да, я люблю такие цветы. Здесь тоже у нас грядки везде пустые. Дует ветер. Осенний ветер, холодный. Но мы переживаем этот ветер нормально. Я вообще как бы... Нормально переживаю. Придется кукурузу тоже убрать. Вот. Здесь как бы все оголилось. Осень – это обнаженная душа природы. И тут сидит кисонька моя хорошая. Моя лапочка сидит, которая сыта. Но она, видимо, хочет, чтобы ее куда-нибудь взяли. Лапулечка моя, дедочка моя. Ну я же не могу. У тебя, наверное, есть домик какой-то. Да, что тут еще у нас? Пойдем посмотрим. Вот уж и теплицы все убраны. Вот здесь когда-то было много перцев, много помидор. И все это в одну ночь замерзло. Вот и сейчас листья тоже от винограда все замерзли. Вот и уже ничего нет. Голая осень, обнаженная женщина. Тоже прекрасная, конечно, по-своему. Но это осень. Вот она, виноградники наши стали такими голыми тоже. Вот здесь у нас растут два дуба, которые я посадила. Да, все равно люблю. Люблю любое время года. Вот такие вот дубки растут, черноплодочка. Здесь тоже разные деревья мы посадили. Да, удивительная штука осень. Она не спросит, она приходит просто. Просто холодная, холодная осень. Да, ну а сейчас еще я в куртке, платочке. У меня болит зуб. Ну ничего, я просто не могу оставить это все пока, потому что мне это все очень нравится. Вот тоже цветочки цветут. С
сколько их много здесь. О, удивительно. Удивительный домик. И ветер. Все время ветер. Напал на нашу крышу. Такой ветер. Киска там, вот она кричит. То блондинка приходит, то серенькая. Ну что я могу сделать, кисонька? Чего ты хочешь, дорогая? Скажи, ну веди меня, веди, покажи. Куда ты ведешь? Чего киска хочет? Чего кисонька хочет? Был бы у меня приют, я бы тебя взяла. Да. Ну, хочешь, чтобы я тебя гладила? Такая милая, такая хорошая киска. Она прямо даже встает на задние лапки. Боже, боже, какая ты хорошая. Ну, деточка, я ничего не могу сделать. Я покидаю это место. Извини, она прямо вот и между ног, и между сюда. Она понимает, что ее кормят. Ну, смотрите, дверь от туалета хлопает. Ветер, ветер. Напал на нашу крышу. Деревья все обнажил осень. Бедные животные, им приходится мучиться. Да. И кто? Кто может взять тебя, деточка? Если бы я тут жила, думаешь, я бы не взяла тебя? Взяла. Но я уезжаю скоро. Всего доброго. С вами была Мария Карпинская.